Ну вот, машину разобрал. В общем, решил полностью переработать. Ну, как полностью? Немного переработать кузов, но для этого нам нужно полностью ее разобрать. Соответственно, все разобрал, кроме подвески, это катать нужно. На самом деле, инициатором был каркас. Еще внешние элементы, конечно, не снял, но это 5 минут. Полностью все разобрал. Ничего нет. Но это тоже надо, когда машину перекатываешь, хоть что-то тормозить будет. Короче, для понимания, сколько проехала тачка и инициатор всей этой движухи, вот этот шильдик, который говорит о том, что амалогация на каркас кончилась, а это 10 лет. И все эти 10 лет тачка ездила, не пропуская ни одного этапа. Поэтому я думаю, что пора бы уже...